Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и его коллега из городского совета Николай Лавриения совместно с волонтерами Щелковского отделения «Молодой гвардии Единой России» доставили 146 новогодних наборов для медперсонала Щелковской больницы. Мероприятие прошло в рамках акции «Спасибо врачам» по личному распоряжению секретаря регионального отделения партии «Единой России» Игоря Брынцалова. Вы нам приносите настроение, а это немаловажно, поверьте, потому что усталость настолько, что забываем о том, что мы сами люди. Вы приезжаете, встряхнете нас, и мы как-то пободрее себя чувствуем. Ранее на территории больницы около корпуса перепрофилированного под ковид-отделения по инициативе главы городского округа Щелково Андрея Булгакова установили елку, украшенную гирляндами и елочными игрушками. Акция «Спасибо врачам» стартовала в округе, как и во всем Подмосковье, в мае этого года. Волонтеры регулярно оказывают адресную помощь, вручают продуктовые наборы, медицинские маски и санитайзеры, привлекают меценатов для поставки необходимого оборудования. Также местный волонтерский штаб помогает в доставке лекарств пациентам на дом.